Здравия желаю, уважаемые подписчики и просто посетители сайта канала. Значит, по свету я уже разобрался, то есть со светом. То есть уже как бы отвязались от платы за свет, за освещение с помощью LED-лампочек, это я вам показывал. Сейчас я, значит, занимаюсь опытами, чтобы отвязаться таким же путем от платы за обогрев с помощью электричества. То есть вот также подогнал, значит, вот это вот у меня, значит, выпрямитель 13 вольт 0,8 ампера всего. Подключаем его. Лампочка, видите, горит на импульсах. То есть откатывается, сначала берет ток, потом откатывается назад. Но в чем тут я понял, что можно так действовать? В том, что за время отката она не успевает остывать, так-то прогрев у ней большой, понимаете? Получается, она мигает, но если она будет в коробке находиться, ну, мне надо еще увеличить, я сейчас еще буду, это только первый опыт. То есть, сейчас где-то температура, значит, вот ждет, ну, градусов 70, наверное, на лампе. Этого мало для обогрева хорошего, это надо та не одну лампу. А надо, значит, градусов 200, то есть поднять мощность. То есть сейчас то же самое, видите, со счетчика не сходит. То есть возьмет немного и назад. И то же самое здесь, как они говорили, счетчик, рептилоид, счетчик это лево, типа, там погрешность. Ну и это тоже погрешность. Нету никакой погрешности. Вот все фиксируется, сейчас увидите. Значит, видите, 0, 1, 0, 1. То есть взяла и вернула 0, 1 сотая, 0, 1 сотая, 0, 1 сотая. То есть откатывает назад. В принципе, я уже рассказывал. В принципе, вы знакомы. Кто поинтересуется, можете написать письмо, я объясню. В принципе, почему так происходит. То есть это все объяснял. То есть, я думаю, это перспективное направление уже, значит, в области обогрева. Вот это вот. То есть, в дальнейшем, надеюсь, как говорится, получу из запчасти, я в дальнейшем надеюсь довести там, допустим, галогенку до полкиловатта. И чтобы не сматывало. Сейчас пока тут 20, 25 ватт. Мощность. То есть этого мало. Спасибо за внимание. Желаю всем крепкого здоровья, процветания. И, как говорится, враг будет разбит, победа будет за нами.